Привет, представьтесь. Привет, Багамаев Алиас Хаб, игрок Ювентуса. И Джагарин Артак, тоже игрок Ювентуса. Как вам сегодняшний матч? Ну, несмотря на погоду, собралась вся команда почти у нас. И спасибо тоже соперникам, что не дали слабину, да, и тоже собрались. И показали хороший матч, спасибо им за это. На характере. Ага. Кого-то хотели бы из своей команды выделить? Я хотел Джагарина Артака, 5 голов забил. Ну, чуть-чуть так. Ну, а как? И вот все. А больше. Ну, вся команда молодцы, что еще говорить. Все боролись, хоть и погода такая. Кстати, показали очень неплохой футбол, несмотря на погоду. Очень даже удивило это. А из команды соперника кого-то хотели бы выделить? Да, вся команда, в принципе, у них неплохая была. Не повезло просто. Где-то кто-то подустал, где-то не добежали. И вывод, да, много ничего пропустили. Да. Ага. И как судейство? Ну, чуть хромало, честно говоря. Где-то не свистнул там, где-то. Ну, ничего, пару матчей тоже посудит, наберется опыта и не будет пропускать на всякие моменты. Да, щепетильные. Ну, тогда удачи в дальнейших играх. Спасибо. Спасибо.